В Государственном краеведческом музее края новый директор. На эту должность назначена Наталья Вакалова, которая 11 лет руководила Барнаульским музеем «Город». Только сегодня она приступила к своим обязанностям и пока не может рассказать о дальнейших планах развития краеведческого. Вакалова надеется, что к 200-летию музея, который будут отмечать через 5 лет, проведут реконструкцию здания и частично обновят экспозицию. Известно, что сейчас музеем «Город» временно руководит Максим Калинин. Он был заместителем Вакаловой. Кто станет директором, решит конкурсный отбор. Очень приятно то, что коллективом музея под моим руководством созданы такие хорошие уже, наверное, основа, такая хорошая база, что сегодня за данное кресло начинается практически борьба.